Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». На Южной Ракаде 6 участков готовят к строительству. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, строительные работы начнутся по мере готовности проектов. Он уточнил, что документы готовятся по участкам. От Пролетарского проспекта до Каспийской улицы, от Каспийской до Шоссейной улицы, от Кантемировской до Бахинской улицы, а также по реконструкции Донецкой улицы. Участка улицы Верхние Поля и участка МКАД от Каширского шоссе до транспортной развязки на пересечении с Бесединским шоссе. В ходе работ построят дорожные проезды, реконструируют улицы, возведут эстакады и съезды, а также построят мост через Москву-реку. На этом у меня пока все. Больше новостей из жизни столицы на сайте mymsk.online. До скорого!